В Нарьян-Маре стартовал ежегодный семинар с главами муниципальных образований Ненецкого округа. В рамках рабочей программы, которая включает учебно-консультационные встречи с руководителями различных ведомств и организаций, главы сельских поселений получат ответы на вопросы, наиболее актуальные для отдаленных населенных пунктов. Программа семинара ежегодно состоит из тех вопросов, которые главы окружных муниципалитетов формируют в течение года. В основном проблемы в селах одни и те же. Это и доставка почты, снабжение водой, мобильная связь и интернет, а также строительство и ремонт жилья и социальных объектов. Самая острая проблема – это у нас, конечно же, плачевное состояние зданий образования, культуры и, соответственно, большое количество аварийного и ветхого жилого фонда. Это самая острая проблема на сегодняшний день. В течение 5 дней участники семинара обсудят и такие немаловажные вопросы, как организация отдыха детей по бесплатным путевкам, занятость населения, сдача экзаменов на право управления самоходной техникой на селе и многое другое. В первую очередь, наверное, это встреча со специалистами, которые могут пояснить многие вопросы, которые очень пригодятся в работе в последующем. То есть это изменения и в законодательстве, которое у нас меняется достаточно часто. Где-то на работе мы не всегда успеваем это все отслеживать, а здесь уже в комплексе многопрофильные, многоотраслевые специалисты могут пояснить многие вопросы. Плюс решить проблемы, которые у нас есть в нашем муниципальном образовании. Здесь можно переговорить уже непосредственно с руководителями департамента, встретиться и со специалистами в узких сферах деятельности. Оказание главам окружных муниципалитетов консультативной и методической помощи – основная цель ежегодного семинара, который проводит департамент внутренней политики Ненецкого округа. Здесь будут рассматриваться и вопросы изменения федерального законодательства, в частности, по линии коренных малочисленных народов Севера, то есть здесь будем обеспечивать взаимную работу. Также наиболее острая проблема сейчас – пожарная безопасность, которую, в общем-то, у нас мы все это ощущаем, да, на себе, особенно в муниципальных образованиях. Здесь коллеги также к этому вопросу подключатся. В рамках семинара главам поселений были вручены благодарственные письма и грамоты, а также прошла рабочая встреча глав муниципальных образований с губернатором Ненецкого округа Юрием Бездудным. Что бы ни произошло со всеми бедами, проблемами, люди не летят на Нарьян-Мар и тем более в Москву. Они в лучшем случае пишут нам, но идут они кому? К голове идут. И для того, чтобы вы эффективно управляли, могли, скажем так, развивать свои территории и организовали этот семинар. Ну и, разумеется, это возможность пообщаться, обменяться каким-то опытом. Завершится учебно-консультационный семинар 19 марта в администрации Заполярного района, где участники обсудят подготовку к осенне-зимнему сезону и ряд других вопросов. Александра Литкова, Владислав Носкин, Антон Ведряков, телеканал «Север».